Хочу сразу отметить, что 21 рубль связано одно популярное заблуждение относительно толщины металла. Союзе считалось, что по этому параметру 21-ю фору сравнивать, если не с танком, то как минимум с грузовиком. Однако в действительности лишь днище и крыша штамповались из 2-миллиметрового металла, в то время как толщина остальных кузовных элементов «Волги» колебалась от 1 до 1,2 мм. Да и снаряженная масса автомобиля составляла не почти 2 тонны, и не 2,5 тонны, и даже не 3, а всего лишь 1 тонна 1460 килограмм. И вот Юрий Артемчик покинул кабину своей «Волги». И сейчас он будет награжден почетным дипломом участника авторетро-фестиваля «Золотая тень Кёнигсберга 2019». Спасибо, Юрий. До новых встреч. Моих грехов прошло, оставьте топоры, вы оцените красоту игры. Счастливого пути! Сейчас участник под номером 17. Автомобиль.